Долгожданный ремонт дорог начался в Ленинском районе. С июня по август запланировано отремонтировать порядка 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна в городе Видное, около 8 тысяч в сельском поселении Булатниковское, а в развилке положат 4 тысячи квадратных метров асфальта. Всего на работы из муниципального бюджета выделено более 70 миллионов рублей. Новые дороги будут выполнены с применением долговечного материала, который обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Уже за этот период у нас отремонтирован участок улицы Березовая, Заводская. Сейчас завершаются работы у нас по развязке по тоннельной в районе. В ней копы, также улица Школьная, нижняя часть. И также ведутся работы по улице Донбасская с расширением, увеличением количества парковочных карманов для того, чтобы нам улучшить транспортную инфраструктуру. Дополнительно еще открыто финансирование на ремонт таких дорог, как первый Павловский тупик, второй, третий, второй дачный переулок, первый дачный переулок, а также улица Спасская. С окончанием работ закончатся и муки автолюбителей, которые устали объезжать бесконечные ямы. К примеру, в районе Расторгуевского тоннеля со стороны города сегодня ночью проводились работы. Вскоре будет нанесена разметка, а пока ее нет, водителям стоит быть аккуратнее и осмотрительнее на дороге, обращать внимание на знаки. В связи с ремонтом участились пробки. Заранее планируйте свой путь, особенно в утренние часы, дабы не опоздать на работу.